Можно, пожалуйста, не качаться? Господи Иисусе. Все, я сел. Я наложил немного роллов, чтобы, ну, как бы, я все равно и этот я не съем, я знаю. А вот вообще можно было, на самом деле, на окне снимать где-нибудь. На подоконник. У Ирины Евгеньевны хороший подоконник большой. Я люблю при естественном свете снимать, я уже вам говорил, да, что как бы получается очень-очень хорошо и светло. Лью, короче, соевый соус, блядь, я всю баклину эту вылью. Ужас. Поставил себе водичку, чтобы запивать. Вот. Давайте поедим, потому что я очень хочу есть. Я уже тут начал. Попробовал вот эту роллу. Вот несмотря на то, что очень соленый соевый соус, вилку приготовил, а есть под руками. Он прям хорошо подходит с этим роллом. Прям хорошо. Как это вкусно. Ребят, это просто вот вкусно. Это не филигранно, но это просто вот когда сильно хочешь жрать, сожрешь все что угодно. Вот это про вот это. Вот это вот Калифорния. Я долго стоял у витрины, присматривался, где там рыба. Там просто написано, что там этот лосось или что-то, я не знаю. Но в итоге рыба только вот здесь. Но она и видна. А здесь там написано в составе, а я ее что-то ее не вижу. Наебали. Очень вкусно. Ну как, ну хуйня, ни о чем. Бабушка мне перевела деньги. Я перевел Ирине Евгеньевне. Жду от нее подтверждения, потому что я всегда, когда перевожу деньги, всегда очень переживаю, чтобы все пришло, чтобы все было в целостности и сохранности, чтобы никаких вопросов потом ко мне не было. Угу, еще чек сохранил. Вот эти заебумчик ролла хороший. Я извиняюсь, если там шумы какие-то, потому что невозможно жара. Я все-таки оставил окно открытым. Вот. Это нормально вообще руками есть. Сейчас на загрузке стоит другое видео, первое. Надо идет обработка. Господи, я надеюсь, что такой херни не будет. Той квартире. Я надеюсь, что у меня будет нормально загружаться видео. По телефону, через Wi-Fi, по телефону. Мне тут чехарда уже, если честно, надоел. Постоянно кидаешь его сначала туда, потом туда. И вот так вот постоянно. Бабушка у меня на огороде. Жалуется, говорит, значит. Вот у меня сломался этот насос от скважины. Ну, вода где?
Он просто воду там набирает и домой привозит. Вот. И ей как раз Андрюша, у которого сын родился. Это не мой племянник, это я ему племянник, Андрею. Он мой дядя. Не так выразился на видео. Вот. Счастливый папашка. Но мне, бля, нравится. Что за? Нравится рис, когда он слепленный. Да что ж такое-то? Просто свинья. Просто вот, понимаете? Что они туда добавляют, я не знаю. А что получается такой слепленный? Так. У меня загружается видео. Сейчас я посмотрю, что там за картиночка у нас получилась. Угу, люди уже смотрят. Люди уже смотрят. А главной фотки еще нет. Ладно, подождем. Может, хорошая фотка. Говорю, вот бывает, попадается хорошая фотография. Слушайте, ребят, а вот за разговорами-то я уже все сожрала. Ой, что за шизофрения. Думайте обо мне, что хотите. Да, я свинья. Да похуй. Вот, вот что? Вот это, блядь, что? Кабачок ведь. Угу. Ну, что только не придумать. Говна на лопате еще бы наложили в эти роллы. Ну, какой кабачок туда? Я чувствую, что-то вкус такой полуогурцовый, полухуй знает какой. Какие в роллы кабачки? Ну, это, конечно, надо мне научиться состав читать. А то я набираюсь. Не глядя. С крабовыми палочками. Фу, что-то я уже объелся. А, все. Фоточка установилась. Такой тут, конечно, смешной. Дурак. Вот это поставлю пока. Не люблю я. Не люблю я. Нужно специально... Фотки устанавливать. У меня же есть это. Салфетница. С салфетками. Говорю, пели сейчас в этом в храме. Вот эти выходные были супер просто. Не было лишних людей. Теноров было всего лишь трое сегодня. То есть мы с Дмитрием, который... Значит, мой первый тенор, которого я слушаю. И мальчик, не знаю, как зовут. Давайте нальем. Надеюсь, я не обкакаюсь, не облещусь. Я надеюсь, это простая вода была, а не этот. Буду пить из императорского фарфора. Вот. Надеюсь, Ирина Евгеньевна мне голову башню не снесет. Так вот. Очень хорошо пели. То есть вообще замечательно. Я ему говорю, вот этому парнишке, говорю, ты это, вставай с нами все время. Потому что вот другие вот эти орущие идиотские тенора, которые мне на ухо орут, надоели мне. Я говорю, а ты поймешь так спокойненько, тихонечко. Блять, а? Ну вот как это так, а? Ну как я могу открыть вот это говно оторвать? Все порвалось по частям. Сейчас буду наливать, все сикость-накость будет выливаться. А, не, нормально. Вот. Вчера был, правда, этот... еще один тенор, второй. Нас было четверо. А сегодня нас было трое. И вообще было замечательно. Что-то они наебали нас. Нихуя они.
не оставили этот вкус таким же вкусным, как всегда. Как будто шоколада поменьше стало. Оно погуще стало. Ну, как будто шоколада поменьше стало. Ну и вот так Рина Евгеньевна мне написала. Ой, я шиза просто. Мишенька, спасибо, все пришло, сейчас увидела. Ага, хорошо, отлично. Меня, кстати, меня, сейчас напишу Ирине Вене, на завтра, меня на завтра поставили на 14:30 заниматься. Это очень хорошо, кстати. Ну, в академии я имею в виду. Так, Ирина Зеленоград написала мне прямо сейчас же тоже. Добрый день, Михаил, у меня все готово к доставке. Сможешь ли ты быть завтра дома с 14 до 15 часов? Вот, как раз сказал, меня на 14:30 поставили. На 14:30 меня поставили в академию заниматься до 15. Точно время не смогу рассчитать. Если сможешь, я буду на Алексеевской. Напишу тогда тебе. Тогда тебе идти 2 минуты до метро, как я поняла. Или предложи свой план. Так, здравствуйте. Главное, Ирина это услышит и там, что Ирина Евгеньевна, что Ирина из Зеленограда. Здравствуйте. У меня завтра урок на 14:30 поставили. На самом деле это замечательно, потому что я успею проснуться, распеться и пойду готовенький на урок. Вот. В общем, короче, в эти выходные мы пели очень хорошо. Вообще, какие-то были суперские службы. Мне очень понравилось, потому что зарплату выплатили, потому что состав был хороший, никто не кричал, не орал. И они, знаете, вот такие все разные, вот на самом деле, артисты, певцы. Вот этот вот, и напарник мой такой скромный, такой сидит, какой-то вот Дмитрий. Вот, и вот этот мальчик тоже, я все смеюсь, он такой, вот такой тоже вот как-то... Я говорю, да что вы, господи? Боитесь, что ли, меня? А мне правда многие не подходят, потому что меня боятся. Мы уже с вами это обсуждали. Ну, живую, конечно. Вот. Короче, это... Мы, значит, с этим... с мальчишкой-то поржали тоже. Он... Я говорю, ну, кто во что гораст поем, конечно. Просто я думаю, что я тупой, потому что я новичок. И они тоже. Где... То, как, то в лес, то по дрова, то не вступят, то и не то будут петь, то и так далее. Так что я думаю, все это простительно даже самым опытным певчим. А я уж тут на себя. Сегодня нам Алексей Александрович такой говорит, вы не то поете. Ну, дирижер наш. Мне так смешно всегда остается, когда что-то мы не то делаем, либо помимо квасим, либо не вступаем. Он начинает злиться. Мне настолько смешно становится, я не знаю, почему все такие спокойные, сосредоточены. Я все время смеюсь, да, мне так смешно. Все на меня смотрят, все, я же в поле зрения у всех практически, у всех. И меня все видят, все смотрят. Представляете? Когда кто-нибудь, я всегда, вот правда, клянусь вам, вот просто, я настолько в поле зрения всегда у людей, все на меня так смотрят. Ладно, не все, конечно, но большинство. Последняя плюшечка. Я уже еле сижу. Все смотрят так на меня, знаете. Ну, новые тоже же приходят некоторые. Ну, не новые, а те, кто там не приходил долгое время, приходят. И вот так на меня смотрят. Я так и думаю. Ну, ладно, смотрите. Я люблю наводить флёр на людей.
чтобы меня все смотрели на меня, знаете, такое. Знаете, как пирожки кушать с чаем. Вот реально, зачем мне вилка нужна была? Засрал только посуду. Реально, как пирожки. И вот скажите мне, те, кто ценители этими палочками, есть такие все прям с васаби там. Вот так вот, господи. Залил этим дешевым соевым соусом, который соленый, в рот не ломишь. И кушай на здоровье, блядь. Ай, какая прелесть была. Как мне было вкусно, мои хорошие. Я вот думаю, я вот когда покупаю кусок рыбы вот этой вот, ну, филе вот лосося, форели, ну, ладно. Сколько можно налепить, да, вот этих вот ролл? Ужас. Ребят, вам не кажется, у меня сегодня пришло к такой мысли, что я такой пучеглазый, потому что у меня очень широкая шея. Ведь те, кто болеет базедовой болезнью, у них же пучеглазие развивается. Может, у меня из-за этого пучеглазые глаза? Из-за того, что я... Из-за того, что у меня такая жирная шея. Шея выталкивает эти глазницы, шары, блядь. Все, ребят, я обожрался. Я когда дома сижу, я могу вообще не есть ничего. Два раза поесть утром и вечером. Вот, и все. Я сначала проплащу ротик свой грязный, похотливый. Да что ж такое, блядь. Мне нельзя мукбанги снимать, я как свинота себя веду. И порыгаю, и руками жру. Не надо все уже завязывать с этим блядством. Ох. Написал, как я назову этот ролик, потому что я все время... Вот знаете, вот... Вот пока ты там ходишь где-то, да, клобродишься, какое-то классное название придет в голову, и ты думаешь, о, назову так. Проходит время... Время вот-вот нужно. Ведь знаете еще какая хитрость здесь? Нельзя поставить на загрузку, вот на телефоне, на компе можно так сделать. Нельзя поставить на загрузку сначала видео, а потом назвать его. Сначала обязательно нужно название написать, чтобы потом перейти к следующему шагу. Но это только на телефоне. На компе-то можно. Там прям запросто. Слушайте, сейчас я это возьму. Эти штучки-то. Ой, чипсики. Открой ее. Давай, урони все. Внимание. Вот так надо есть. Не испачки. Вот я люблю. После еды, кстати, чипсы можно есть. Как мне сказала однажды врач, говорит, вот если вы кушаете, ну я уже говорил вам, по-моему, если вы кушаете чипсы на голодный желудок, они утоляют голод, конечно, безусловно, они вкусненькие, у них усилитель вкуса, но это вредно для самого желудка. Он думает, что, как бы он, вы думаете, мозг думает, что насытился, да, все, а желудок в это время пустой. А вот после еды, во-первых, ты не сожрешь такое количество чипсов, как ты сожрешь на голодный желудок. Ты их сожрешь там, ну, сколько? Ну, 5, 10, 20 штук, ну, не целую упаковку, да? Плюс желудок уже не пустой, можно их есть как бы спокойно. И вот я с удовольствием как десертик с шоколадом вот этим. Только я, наверное, могу так жрать. Это вот моя суровость. В еде. Потому что, я вам рассказывал, в университете постоянно с кофе жрали сухари. Вкусно было. Вообще, это все с детства идет.
А раньше в детстве, когда бежишь гулять, купишь какие-нибудь чипсы, и, например, лимонад или сок. Жрешь чипсы, запиваешь лимонадом или соком. Так. А когда? Ну, не перед занятием, это точно. Ирина Евгеньевна просто спросила, поедем завтра ну, туда, в Трехгорку. Я с ней соглашусь, надо что-то отвезти. Да. Сегодня утром хотел, что-то у меня всплыло в голове. Что нужно туда отвезти было? Бы. А, ну что-то вообще. Просто смотрите, как получается. Вот у меня сейчас на данный момент. Все. Кстати, забить целый чемодан, если собрать все вещи и багажная сумка, и портфель. Все это здесь сейчас. А я же сейчас с чемоданом поеду еще и домой. Я привезу куртки, обувь, компьютер. У меня будет забит чемодан. То есть у меня уже два чемодана, получается, будет забито. Мы же за один раз это не сможем все увезти. Чемодан только один. Нет, ну мы же все равно на такси, конечно, поедем. Мы можем туда набросать. Но сколько мы будем загружать, сколько мы будем выгружать. Поэтому я думаю, что-то надо отвезти туда. До того, как я приеду. Да можно и после того, после Иваново, потихоньку туда что-то отвозить. Ой, ребят, как мы хорошо с вами пожрали, да? Замечательно. Только вот когда мне завтра? Самое неудобное время. Вот это самое лучшее время в плане занятий, но самое неудобное. Сейчас я еще конфетку сожру. Извиняюсь, конечно. Вот такие конфеты мне дала Ирина Евгеньевна. Я их не особо люблю. Нифига себе, вот так я их не особо люблю. А куда они делись? Сейчас вот я еще одну съем, и три штуки останется. Ни хера себе. Ох, разменяюсь. Я реально свинья. Не обращайте на внимание. Я веду себя с вами так, как я веду себя со всеми. Скажите спасибо, что я еще не рыгаю. Я могу так рыгать, еще сидеть, как свинота последняя. Мы с Катей так нормально. Все время друг другу в лицо рыгаем. Да. У нас это нормально считается. А я когда с Алиной гуляю, тоже могу рыгнуть так громко, смачно. Она такая, бля. Ну а что ты хочешь? Короче, дед, завтра с утра я точно не поеду в Трехгорку перед уроком. Мне вчера вот так хватило, ребята, вы не представляете. Вчера на службе мне было так тяжело. Мы же целый день мотались. Невкусно, совершенно невкусно. Ничего такого. Лучше бутерброд с колбасой. Сейчас облежу. Вот. И вот представьте, если я завтра еще буду мотаться туда, потом на урок пойду. Нет. После урока можно. Например, я закончу. 14:30, ну в 15:10 где-то я закончу. Четырем приеду сюда. Здесь, наверное, будет Ирина Вильна меня ждать. Она завтра в Москву едет. Заниматься тоже. К концерту готовится. Там, к своему. И вот можно часиков в 5 поехать туда. Ну или пораньше, например, да? Ну, кто так не делает? Ну, бросьте меня что-нибудь. Вот. И потом доехать до туда, до квартиры, там все оставить. Ну, что мы возьмем, например, с ней вдвоем здесь. Ну, на своем горбу дотащим. Оставим что-то там.
И разойдемся. Ирина Евгеньевна поедет, наверное, дальше. Туда. А я вернусь. У нас же получилось так, что мы по одной трассе же едем. Я вам рассказывал по белорусской, по белорусскому шоссе. Ой, ну, по белорусской, короче, направлению белорусской. С белорусского вокзала. Что Сколково, что Тучково. Вот. Не только так, если... Тоже я вот приеду никакой, ни о чем уже. Надо будет завтра утром тогда отдыхать. Приведи себя в порядок. Может быть, что-то собрать уже в чемодан, положить к Иванову. Приготовиться. Приготовить что-то, чтобы повезем вечером туда. Короче, ладно, завтра утром буду думать. Как раз до 2:30 у меня будет время. Ну, вообще-то у меня и сегодня будет время. Время штука 2 часа дня. Я, наверное, пойду сейчас запишу для вас видео с дневником. Вот. Мне нужно еще сегодня написать дневник за несколько дней. Я уже дня 3, наверное, его не пишу. Вот. Вымыться полностью сегодня надо. Позаниматься вокалом и почитать. По сути, немного дел, но надо сделать. Надо все сделать. Все, мои пупсики, хорошо с вами посидели, пожрали. Потрындели. Я пойду для вас видео еще сейчас сниму. Куда-то вздулась-то, дура. Вот. Видео сниму и буду заниматься делами. Может быть, почитать лягу. Почитать и подремать. А потом, как встану, начну дневником заниматься. Наверное, я так и сделаю. Все, мои дорогие, давайте